Что делать, в чем может быть защита, на мой взгляд? Покупка компании в образовательном секторе. Смотрите, если раньше я на образовательный сектор, то есть в том числе наш проект образовательный, Max Capital, смотрел как некий человек такой, который учится, да, сейчас ко мне действительно приходит одно простое осознание, глобальное осознание, да, которое хочется до вас донести. То, что делают сейчас абсолютное большинство правительств, это путь в никуда. Увеличивается денежная масса, процентные ставки находятся на низких значениях, при этом экономика замедляется, не все переживут. Ребят, ну просто для вашего понимания, только у 30, кажется, сейчас точно скажу, в Америке только у 23% населения есть запасы денег на больше, чем 7 месяцев, чтобы прожить. И у 30% населения менее 1 месяца денег, чтобы их поддержали. К чему я все это говорю? Я это говорю к тому, что почему образование важно? Образование – это единственное, что позволяет увеличить производительность труда. Еще раз послушайте Рэя Далио. И в данном случае я хочу быть услышан правильно. Речь в настоящий момент не про то, чтобы там образовываться в рамках проекта, или чтобы вы это расценили как скрытую продажу, там, участие в закрытом клубе инвесторов. Боже упаси. В принципе, вы должны задумываться над тем, как вам за единицу времени, то есть что вам позволит за единицу времени создавать больше потребительской ценности. Это в том числе, когда речь идет о вопросах инвестирования, то есть вы можете купить компанию или фонд, который инвестирует в образовательный сектор. Вы можете купить компании, которые уже проводят дистанционное обучение. Вы можете создать, в принципе, в России образовательный центр, который будет работать с государством по переобучению, да? То есть вокруг этого бизнес можете создать. То есть потому что это то, без чего вот эта вот ситуация, она никак не разрешится. То есть если вы хотите жить в 21 веке, то в этом случае вы должны понимать, что ваша жизнь, она должна быть очень плотно связана с образованием, с образовательными вещами. Вы сами должны постоянно развиваться и повышать свою ценность. И в этом случае вы должны тоже смотреть в эти направления, кто еще делает это то же самое. Потому что вот эти вот дисбалансы, которые имеют место быть сейчас, они смогут разрешиться только тогда, когда, как Рэй Далио говорит, не будем драться за кусок пирога, кому больше дать, да, а когда мы испечем большой пирог, которого хватит всем. И это очень важная часть, связанная с тем, что смотрите в сектор образовательных услуг как объект для инвестиций, как то, что вы можете развивать самостоятельно, как то, что, в чем вы можете развиваться в рамках проекта Max Capital, являясь участником закрытого клуба.